оператор идет. Официальное тебе... Когда ты приедешь 26, тебе официальное поздравление будет от нас. Я еще не закончил, я сейчас еще поеду дальше. Куда? 11, 14. Это сколько? Далеко? Сколько? Сколько у нас поздравляет? 8. Сейчас вот кофе погреешь чуть-чуть, а то... Давай подожди. Я укуслился по голову. А я останусь. А награждение в 10 все равно. Да. А мне награждение надо, я просто видел. У нас первая часть очень хорошо прошла, а вот сейчас надо заканчивать. Смотри, залился человек. Ну вот реально, вот, лишь след воды. Я сидел в машине. Все, на глушняк. Опачки, бедненькая. Опа, извини. А ты... Все, круто. У меня видео есть, я потом пришлю. Давай, давай, давай. Смирнов, чемпион мира. Оставайте, а то... Поздравляйте. Сейчас точно так же. Жилетку вот эту оранжевую. И короткий маленький АКМ. Автомат Калашникова. Просто перекинуть черного цвета, новенький. Никто не заметит вообще, что кто-то что-то несет. Спорим? Маленький АКСУ черного цвета. Давайте страйкбольный повешивай. Здрасте. Как настроение? Хорошее. Отличное кофе вы делаете. Отлично. Спасибо. А как вас можно это, как сказать, к себе пригласить? Вот, допустим, если вас пригласить, то как можно сделать? Ну, вы позвоните. На какой номер? 905-144-92-99, либо 967-019-1067. Что-то быстро вы как-то протараторили. Да, медленнее. Что за фирма? Мобильная кофейня «Арома». Что делает? Готовит кофе, горячий шоколад фирменный, горячий чай, кофейные коктейли очень вкусные, Рафаэлло, Чикачино, итальянский завтрак. Само приходит? Да. Само приходит, то есть приезжаете сами? Да, приезжаем сами. То есть вам звонишь, вы приезжаете? Да, и угощаем вкусными горячими напитками. Классно.